хрена, где моя машина? Всем привет, с какого хрена? Тут нет моей машины. А ты на чем хотел? Да я купил машину, ее нет. Че ты купил-то? Да не скажу я. Херел, ты на протюнил? Ну и че это? Ты, я думал, ты до третьего протюнил. Так я, да иди ты. Слушай, ты можешь до третьего его протюнил. Кого? Че? Ну, нужен мне челленджер. Да че ты купил, говорю, протюнил на это? Я скажу я тебе. Я говорю, блядь, ты меня слышишь вообще? Я нет. Говорю, ты, наверное, то, что ты купил, до третьего протюнил, поэтому тут нет. Я не могу его протюнить, потому что там левел 8 нужен для тюнинга. Не знаю тогда. Вот короче, у нас начинается вторая серия с того, что... Мы хотели показаться в онлайне, он создал 1-1, в итоге... В итоге! Да. В итоге у нас фейс-офф, сейчас будет дуэлька. Это как тоги, только в итоге. Слушай, ты задавал своими дисками колхозными уже, реально. Я на этой машине не менял. Я вижу. На той машине все нормально. Так это типа тога, только... Только да. Катались, значит, ставим следующий режим. Тайм-код добежите, как я вот чуть-чуть тупнул вот так вот, он улетел куда-то, непонятно. Раз, у меня вообще машинку лучше протюнули. Да, конечно. Особо, он сейчас влияет. Я вон запорол. Ну, а я не запорол, да? Раз, блядь, я больше времени чем-то потерял, заметь. Блин, я крышу умел аж. Ужас. Камера трясется, как в анальном отверстии, это не брат. Мне не брат. Поэтому надо так и трясется. Тайм-код. В смысле, фразу напишите в комментариях просто. Ты видел? Конечно. Тайм в рот! Да ты дурак, что ли? Ты специально? Нет, говно... знаешь, нечаянно. Разворачивайся, пока. Сука, ты заебал. Идиот, у меня дым был, и ты в меня прям. Группа СДК. Дембель, блин. А, кстати, ДМБ так и не посмотрел. Кто смотрел ДМБ, пальцы вверх. Да ты... Скотина, я без себя круче езжу. Эй. Полегче, парень. А, ну Грит любит первый раз так вот улетать. А, он вылетел? Поиграли, пока. Кажется, он вылетел. Ладненько, пауза. Всем привет, снова. Ну, точнее, продолжаем. Бля, я даже не ездил на этом, ну ладно. Так, что этот придурок там взял? Ради этого тир первый поставил. Ой, бля. Так она ж говно. Я знаю. А зачем ты это взял? Мне еще понравилось, мне все свои деньги. Сколько она стоила? 1030? Ну, вот у меня было 37, по-моему, она стоила 34. Нет, так. Че ты говоришь там с подписчиками разговариваешь? Что? Угу. Каким подписчиком? Подписчикам что сказал? Я включил запись. Че? Че ты им сказал, я включил запись. Что ты машину купил какую-то, хочешь продемонстрировать, поэтому сейчас... Я послушал, я задумался. Дрифт? А, гонка. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Я на этом дерьме должен тебя сделать еще. Слушай, ты... Слушай, я что не поставлю, но это человек все не то. Я говорю, дрифт ставь. Отставь. Пока. Да ладно. Еще у него, когда крыло помял, ну так. Ты скалу себе пере... Я снял. Я представляю, как это было круто. Сдевоз. Напиши сюда тайм-код, чтобы этот... Таиландец посмотрел. Таиландец, блин? Ну а кто ты еще? Таец. У меня есть вот. Так я тебя жду или еду? Ну похуй. Так еду. Если тебе неинтересно кататься одному, конечно. Блять. Давай, тихо. Точно. Тихо. Я себе тут машину совсем чуть-чуть поймаю. Ты где? Я это замедлить должен. Ну ладно. Они сейчас не будешь никаких гидончиков выкидывать мне. Например. Не знаю, сейчас какую-нибудь пушку выстрелит на ракеты, как в Джеймс Бонде. Хуёнди. Блять. Ну вот тоже можно тайм-кодик. Да! Вот видишь, у всех проблемы. Проблема у тебя, что она... Хотел называться миллиметр этого бампера проехать. Проехал. Пока. Китаец не доделан. Я он бачком сложил машину. Бачком? Да, кулачком. Догони меня теперь. Я так устал. А давай, как в Шифезе. Прострите в трейлере. Уверили. Пока. Сука, ты чё делаешь? Фига! От скалистого камня в миллиметре был. Так ты не хочешь меня подождать? Я тебя как бы... Нет! Я хотел сказать, напишите тайм-код этого момента. Но он понял, что я не записываю. Давай еще вывались туда. Скоро гонка-то кончится, что стал? Не знаю, я тебя хочу.
Тюм! Идиот! Я повис! Ты больной, если меня не выставил, я там висел. Я не знаю, я за столб колесом зацепился, придурок. Ну приказ прозрачный дым. А ты что видел-то? О, хуй прозрачный дым. Не знаю. Ты что видел-то? Ну как тебя распидорасило, куча искр, ты улетел, вот не повис на этой херне. Больной. До свидания. Угу. Покеды. Сам ты продел. Чё, два? Лист прям. Кстати, да. Ты, кстати, смотрел? Ха! Он все время бежает сам, а проблема потом у меня. Ты! Слышь, малыш! Влез за слендером. Нифига ты, слышь, малыш? А, это чё, половин гонг? Блять, я только видел... А, это ты? Блять, испугался. Я думал, ты в лес уехал. Да, за орех. Ты где там? По грибы по ягоду. Ой! 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 Идиот? Чё? По-моему, это не гонки, это дерби какие-то. Да. Хотели покататься нормально, называется. Катались? Сейчас гонку пойдем, покажем, кто Петька. Ты помнишь, кто Петька? Ну, Васька. Ну да. Старо... Нормально. Ты там забор вмял, нехиленько так. Без палю. Фига там продрифтил. Ничего не видно, правда, ночью, кстати, снимают. Ночь, салют. Штаны. Ночь, салют, штаны. Чего интересный тест? Мокрый будет, типа, да? Ага. Тебя там газету чуть не сбил. А где белочки-то? Да, кстати. Странно, что ли, фары... С какими повреждениями фары все еще да, спит. Вот я тоже только что об этом подумал. По-моему, они в онлайне работают просто... Пока. Ну да, они в онлайне не слышат, не трескаются. А нет, нет, слышат, трескаются, задняя правая треснула. А передняя не трескается почему-то. Ты живой? Не спрятался. Ты где? Спрятался. Пока. А ты проехал, что? А. Да. Может, я спрятался? Второго не... фонаря сзади нет. Вертолет? А, второго фонаря сзади нет. У тебя, у меня сзади горят фонари? Нет. Смотри, горят огоньки, у нас маска реки. Почему я перевернулся? Ты идиот, что ли? Ты больной? Ты чё, каскадёр, а? Крикун. Ты вообще нормальный? Я там кувырки сдаю, а ты... Финит. Финит? Ты видишь мою кривую машину? Вижу. Ты мою кривую видишь? У тебя она не сразу не... Нет. Нет, дерево. Да. И сам въехал за ней. Да-да. Ты меня ещё приплюснул? Бюст мне сплюснул? Ну вот именно. Почему спереди-то они не трескаются, фонари? Чтоб типа все видно было? Остановись. Че, в гифте? Давай. Ну ты... Ты видел, как я кизэс? Я подарил деньги, получается, да? Зачем я кьют назвал? Кьют или что? Зачем? Сейчас дам кьют, ждем. Кьют, квит. Квит. Ква. Давай сейчас, короче, вторую нормальную такую. Ну, вторая уже стоит. Я понял. Я и говорю, сейчас вторую нормальную пройдем. Постараемся. Ну, будем фаниться, что ли? Чербинь был? Между бабушек. Ага. Горчички не хочешь? Такая тишина, как будто, знаешь, малыш такой маленький. Маленький-маленький, да, маленький. Блин. О, хоть раз свет. Белый проспект, черный трамвай. Желтый Антон, Натан. Блин, красиво. Я может, хочу трек АР и Витас первого лица. Я только что хотел сказать, ты можешь не читать мои мысли? Не могу. Окей. Пошли покупать? Давай. Со следующим партнером. 50 баксов? А, ну 6500 я видел в каком-то узком магазине. Узком? Узком. Ты можешь не тормозить? Я ненавижу эту трассу. А я нормально. Помнишь, я видос снимал там, где Макларен перевернул? Помню. Вот здесь. Да я знаю ее, блин. Ты ее не знаешь, пока не проехал ту гонку, понял? У тебя стоковая, да, сейчас бэха? Да. А у меня тюнинная на максимум чарджа, понятно. Аккуратно. Тихо. Нет, ты просто отправляешь меня на внешний, видишь, аккуратно. Ты там врезался? Ну тупо меня. Ты эти не выталкиваю. Конечно. Ты можешь просто меня не пускать как бы. Я похож сейчас на Доминика Старентон. Доминик Старентон. Ну все, я остановился, я пошел. Чего? Вдох, остановился и пошел. Куда? Гулять. Так что тебя ждать? Ну, если тебе весело кататься одному и записывать одному, конечно. Можешь не ждать.
смысл тебе же гонки, если результат понятен. Можно пофаниться. Типа. У тебя в штанах все понятно. Ай, дрифтун. Давай. Ты как раз прозрачный? Почему ты... А. Несколько... Мы прозрачнее, пока не столкнемся. Да. У тебя задний бампер сейчас, чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну смотри, сейчас, сейчас меня прям. У вас он одновременно, что ли, отлетит? О. Но он не отлетит. Типа. Зачем? Подожди, у тебя отлетел бампер? Нет. А. Отлично. Поехали. Ты! За что не, блядь? Мне норм. Во-первых, если бы сейчас был вид от первого лица, я бы охерел, потому что ты прилетел мне в нем в лобовое стекло. Идиот. Ты прозрачник, красота. Красота. Тайм-коды ставим всех аварий, пожалуйста. Это для новых заставок. Хованский. Слышат, для новых заставок, кстати, пойдет. Хованский нас не смотрит. Для смешного вак. Да, будем брать смешновки заставки из твоего канала. Какая разница? Правильно? Ты хотел развернуть тебя, разбухнулся сам. Подожди, так я тебя... А, стоп, фара перегорела. Так это пинг был, стоп, а издеваешься? Издеваешься? Это пинг был. Какой пинг? Ну я тебя не трогал сейчас, вот когда ты убрал. Пинки, вот пинки, вот рейн. Сейчас как тебя въедут перед финишем и толкну тебя на финиш, давай. Давай. На. И разница во времени приятно. Хе-хе, приятно, у тебя что, нахуй? Ты там рулишь-то? Не знаешь? Не знаю, пауза. Okay. Итак, значит, мы продолжаем. Мы зашли на большой сервак. Тут 4 раунда, 4 гонки. Мы сейчас будем драть америкосов. Червень личку. Айслейт и болт. Я проверил. И? А я айстар. Какой айстар? Ты на челленджере, да? Да. Какой-то подвох. Ооо, R34. Ну, не видишь, нет? Чего не вижу? Ну текст нет. Нет? А если верхнее прочитать? R34 тюнинный! Гонг-гонг? Угу. И сегодня у нас будет обзор. Онлайн Custom Events Wins. Ты понимаешь то, что у них 34-й с тюнинный, а у нас говно? Не, что тебе сделать? Будем выигрывать. Ничего, Total cash spent 101 тысяча? Вот я богатый. Машина. О, я в конце. Ну, я богатый, я в конце. А ты? А. Понятно. Я в конце, а ты... О, тут прозрачность включена. Это я даже не знаю, хорошо или плохо. Она не везде, по-моему, включена. Угу. Пусть. А когда мы там в мясе катались, там особенно она не будет включена. Забыл уже, что ли? По-моему, есть. Мне нравится мясо. Когда мы катались на Альфа-Ромео первой гонке. Ты какой там? Стоп, тут этот Volkswagen гребаный. Я вижу. А как он его сделал? Угадаешь, кто первый? Не знаю, наверное, Skyline. Да, я второй, третий. Четвертый. Skyline вообще с отрывом едет. Я вижу. Я второй. Угу. Блин! Флэшбэк. Ты второй? Я третий. А, вижу. На четвертый. Или. Ой, пятый точнее. Ну теперь второй. Ну не надо, судя по всему. Меня настигает месье Муд. На RX7? Нет, месье Джансан. Нет. Другой месье. Какой меня открыть? Ты классно видеть, летящий небес без призрака. Че, мудак без призрака? Я, кстати, тоже. Челленджер, он, конечно, для гонок говно. Система подвох, ну. Челленджер для гонок говно. Челленджер для гонок говно? Да. Пьяный. Сердце ночью пьяный. И сегодня с бабой в поздний вечер. Тимочка. Смотри, на все годочка, а не вечер. Верность это холодильник. Ой, я с тобой. Смотри, здесь. Замажем. Ну, считай, мы их сделали, потому что остальные-то другой класс машин у них, считай. Я бы не сказал, тут вот RX-7, например, передо мной. Ну, RX-7 наравне с RX-4. Судя по скорости, она нормально меня сделала. Ну, норм. Будем считать, что мы первые среди своего класса. Смотри, на загадочка, девочка. А чё, Best Lap не пишет? Вон. Ну, с этим этим тоже бесит грит, не пишет он Best Lap. На пятом месте чувак беспалевное время сделал. А.
Я буду паузу делать между гонками. А, я стартую первый, Щербин. Ой, Илья, выключи, пожалуйста. Там песня, когда они с Лэти катались, там клубная какая-то. Там что-то поет типа We go! Потом опять там. Ну ты понял. А, да, я слышал. Да, тоже ничего. Я уже не помню, но я слушаю. Чего Фабио Капелло? Это российский тренер. Ой. Российской сборной. Ой. Ну и поворот. Вот этот поворот. Бля. Неужто я до сих пор на первом месте? Там у меня RX-7. Ой, фу ты. Skyline догоняет. Или обгоняет уже. Уже обогнал. Блять. Ну вот. Сука. Ненавижу эту хуйню. У меня все проблемы из-за тебя, понимаешь? Почему? Потому что я еду как ты, к тебе пристраиваюсь, ты совершаешь ошибку, а я совершаю еще хуже. Так я стукнулся и дальше поехал, че? Вот я к тебе пристроился, говорю, и совершил еще хуже ошибку. Я также стукнулся, только к тебе поехал дальше, не разбирайся. Ого, я его сделал. Так, первый круг, я лидирую. Лидирую. Ты какой? Сейчас стал третьим. Но я вряд ли буду это место. Вот она дубовая, это челлендж. Блять! Бля, пиздец просто. Ну, хоть второй буду, может быть. Как кто-то убрался. Нет. Я сделал ту же, по-моему, ошибку, что сделал ты. Но у меня и машина. Согласен. Блин, я сейчас буду третий. А, ты! Идиот! Покеда. Пакет-то разница такая же осталась. Да иди ты. Если я буду второй, стоп, у нас будет одинаковое количество очков, ну ладно. Я сейчас чуть, блядь, не оторвался от земли на два колеса. Ну все. Ну да, опять, видишь, начинается. Я под тебя кашу. Черт. Надеюсь, ты закосячишь. Пасик ненадолго, если сейчас запарю, где там тут поворот, вон. Держись. А я сейчас справа поехать. А, ну правильно, тебе сегодня легче будет. Не факт. Ты еще сейчас время меньше потратишь. Не факт. Че, у тебя инфаркт? Все, запорол. Флэшбэк. Кто? Стоп, он идиот? Это... А, это он. Был ты первое место. Вот, так ты сейчас вырвешься к этому поближе. По очкам. А я этого обгоню, походу. На RX-7, который. Короче, что-то я лажанул. Ну, ладненько. Да включи ты эту, поищи. Найти это я хотел. Видос изначала форсаж. Бими в этом. Угу. Так, у нас турнирная таблица располагается так. Так как меня щенок сделал на... Щенок. В двух гонках, но... Да иди ты. Итак, я опять почему стартую первый, я не знаю, уже второй гонке. Так вот хрен все время задница. Но я все время как-то делаю. Ну, твоя взяла. Я на челлендже не умею, я только на МДФ-чу. На МДФ-чу? Да. Есть МДК, есть МДФ-чу. Мне надо что-то сделать для второго тира, гоночное. Ты какой? Седьмой. Опять этот Питер впереди. На своем R34. Он еще небось трассу все знает 100%. Ой, а мы-то не знаем с тобой, да? Мы, говорит, не играем. Ну, прям так наизусть. Учитывая мою память, я никогда не могу запомнить трассу, я ни одну трассу наизусть не помню в своей жизни. Вот, опять три. Ты издеваешься? Да. Фига! На двух... Это на два колеса стал на Skyline. Блять, не отвлекай меня. Призывал, да? У кого, у меня? Ну, был сейчас. Этот, блин, на два колеса стоит, так что есть шанс, что он перевернется, может, конечно. Ну, тебе он не перевернулся, а это. О, он это, слышь, он запорол, он флешбэк использовал, мы с тобой первый. Ух ты. Here we go. Надо было её сейчас оставить, ну ладно. Ты когда говоришь here we go, я вспоминаю Chemical Brothers. Я тоже. Я поэтому и думал, что слова не такие. Хочешь включить? Ага, прям сейчас. Что там? Блять! Это было зря. Ты какой, третий? Блин, сам я делаю тебе, потому что торможу. А, почему? А, ну он тебя сейчас тоже сделает. Еще бы. Тем более врезался. Он меня сделал. Включи! Блять! Погромче. Больше тебе ничего сюда не сделали? Я так отстал за тебя уже. Ты сначала здесь кучу? Не, блин, скажи.
Я ее мотал, ну прикинь. Спасибо! Махни на начало и делай погромче. Here we go. Да не такая интонация. Не слышно ничего. Here we go. Блин, я все парю. Блин, прикольно. Я на сенсейшн захотел. Опять он запорол. Наркоман. Согласен. Мне еще почему-то песня Блейда напоминает. Помнишь там песню Блейда? А, я, кстати, Блейда тоже детство смотрел не особо. Блин, вся гонка запорол. Дерьми Стеф, ты меня дрожишь, что ты... Ты запорол, что ли? Я? Я думал, что да, я поставил паузу, но как-то что-то сам проехал, потому что смотрел, я твитил. Here we go. Ну да, что я немножко догнал. Блин, я хочу фазу артишу стрелять. Я хочу все фазу. А! Твою мама! А сейчас обгонишь, сейчас об. Сука, как ты меня бесишь, что? Меня же начал говорить, когда я тебя уже обогнал. Мы вместе с этим улетели прямо в ограждение. Я его мог сделать. Да издеваешься надо мной. Отличная машина у них. Надо вот тебе под припев меня обгонять. Ой, сука. Отлично. Не, у меня, конечно, есть шанс еще, но. Ну вот тут вот два круга подряд запорол. Не в этот раз. Пидор. Согласен. Че ж мы улетели-то в это говно? Отлично, наконец-то, кстати. Мне тоже нравится, спасибо, ты ничего такого. Красненький. Here we go. Here we go. Отлично запорол. Ты не видишь ничего, ладно? Я видел просто стрелочку сзади, она была в одной стороне турецкой, в другой такой... Сука, борьба. Ну прав, блядь, сейчас мне сделаешь. Я опять слышал звук, по-моему, опять резался, да? Пока. Here we go! Мы сейчас один идем сбоку. Да-да. Если бы сейчас была финишная прямая еще. Да, да тут бы не сделал, потому что все равно перед меня. Идиот? Идиот? Отстань! Идиот? Отстань! Подруг руки сейчас. Отстань! Так, кто... Слышь, ты тут тупой, что ли? Пока, сейчас порог. Я тоже. Я тоже. Я тоже! Нет! Я перегазовал, урод! Ты видел? Мы были тупо друг в друге. Козёл! Нервы? Итак, турнир Анталис у нас такова. Итак, турняга. Короче, понятно всё. И чё? И чё у нас? Ещё одна гонка будет, не? Наверное. Судя по тому, что сейчас не знаю. Total Cash Spend 135. Угу. Еще одна. Окей. Ты у нас быстро грузишься, смотри, мальчик. SSD. Меня опять зовут Стэнген, он же ладно. Ты же записываешься сейчас, да? Я, да. Пятый я. Я последний, как всегда. Ну сейчас будешь, как всегда, первым. Хотя они-то нубы, просто вот этот вот на... На Skyline. Они нубы, а он читак. Получается, мы только лучше всех едем, просто все. Ну так-то и есть оно, все. Чего стесняться-то? Всякие там это. Game Adventures хотел сказать. Game Adventures 5 хотел сказать. Да, тем более 5. Играл Game Adventures 5? Да. Блять. Не порол? Нет. Отлично. Вот, я за тобой. Опять. Да, да, сейчас опять не. А я не знаю, вот эти. Мы эти гольфы. Я даже не знаю. А вы. Мы эти гольфы делаем напрямую. Ой. Блять. Че? Ненавижу человек. Ребята, неудобно. Да он серьезно, он анекдот какой-то. Что? Финишер анекдот. Сейчас бы трек АР, блин. Ты бы сейчас рассматривал, еще скажу тут все. Меня бахали башкой крутил поворот. Блять, я так поехал. Ой, я так поехал. Ну пока.
Пока, я тут. Нифига! Ты ёбнулся, что ли? Это не я, это на гольфе чувак. Как знаешь, как в спецэффектах, когда помпы. Да, под машину качают, он как раз тоже напрямую как на два колеса встал. Пока, эскалатор. Эскалатор? Ну, там эскалатор не перекрытый. Что-то меня в дрифт не снесло, поэтому я стену. Блять. Блин, я дебил. Блин! Пока. Пока. Here we go! На таксире назвать, не знаю. Да-да. Не, блин, почему на русском? Here we go! Блять. Матовой головы не хватает. Чё не хватает матовой головы? Матовой головы не хватает. Матовая голова. Я с тобой. Чего? Я с тобой. Ты думаешь, что там что-то другое надо? Я говорю, они есть, не умеют. Тупой. Ну давай, гольф, тормозни. Да вон, они все равно нубы сейчас сделаем. Только вот ТР-34 уже вон, смотри где. Мы с ним бесполезно уже стреляемся. Чё, Бразерс? Да, Бразерс. Сейчас очень часто слышится Бразерс. Я смотрю, там сейчас сидит. Я думаю, X-Videos рулит, ну ладно. Блин, я бомбанул. Чё, X-Videos ком? X-Videos рулит, блин, ну ладно. Не юзаю. Юзаю в одно время. Хм. Там ставят причем. Я? Я тебе говорю, ты юзай. Он стал говно. Я не юзаю. Я один раз зашел. Ты его сделал. Я тоже. Такой если комментарий этот, напарник по команде, не мне, брат. Мы с тобой оба его обогнали так. Только я лох, а ты нормальный пацан. Я был последним, меня бесит. Да я тоже бесит. Только я-то был. Ну я был. А если бы я был пятым, сейчас не последним, сейчас я пятый. Ты бы все равно на R34 этого не сделал. Просто отрыв был бы больше. Было бы безопаснее. Сейчас ты опять меня догонишь, мы там. Я тебя догоняю. Вот сейчас. Сейчас опять мы на третьем круге будем с тобой. Круги. Третьем круге. Ага. Russian, матушка. Russian Federation. Пока. Дед запорол. Ну только я в тебе. Вижу, вот именно. Да, ты запорол, но ты во мне. Кто-нибудь со стороны вас послушал, я в тебе. Что, Тони со стороны? Ну я в тебе, со стороны бы кто-нибудь послушал. Блядь. Согласен. Да иди ты. Чмо. Подвел константу под X. Вместе поворот, вот второй раз сношусь уже. С кем? Не сношаюсь, а сношусь. А, окей. Немножко разным сразу. Чуть-чуть. Пока. По-моему, ты сейчас запоришься. Как всегда, я люблю. Пока. Догоняю. Бля, ты заебал. Как раз третий круг и уже почти конец. Не снесло. Пока. Взорвался. Ты. Подорвался, да? Да, на бомбочке. Бабанул тебя, слышь? Пока. Все. Одуванчик завел. Одуванчик свистопляски. В этой гонке Айслейд доказал, что он лучше. А, кстати, вот что сейчас вспомнил, таймер появился. Ты заметил? Я, например, только... О, все, это все запорожь, меня больше. Ёпты, на чем я еду? Бампер! Давай! Давай! Ты понял фокус, мудак? Понял. Нет, нифига не понял. Он под тобой был бампер. Ты понимаешь, я с него слезть никак? Я знаю, у меня тоже. Тормоз, газ, рутником пытался поворот. Вот он тупо на этот бампер залез, не можешь через него. Вот это поворот. Если б не бампер, да иди ты. Here we go. Сука. Так дебильно, вот где гребаный бампер? Кто делает челленджеры на бампер? Бампер, да чё? Челленджеры на бампер. Это вообще абсолютный чемпион. И чё там? Вот. Еще одна гонка, нет? Чё, ты вот. В Eliminating музыку слушал? Угу. О, 17 тысяч, это сколько? Я только в самом конце последнего чемпионата заметил, что в Eliminating музыка под таймер. Да ладно. 17 тысяч, у тебя сколько? 15. Угу. И восьмой лабл. Седьмой с половиной. Ладно, увидимся на этом, Формуле 1. На Формуле 1 это будет последняя гонка. Блин, сердце прихватило. С этого запись начал. Какая Калифорния? Ты мог поставить трек какой-нибудь? Ну это же весело. Идиот. Там мясо, можно убраться. На треке ты просто вылетишь и все. Ну отлично, сейчас будет мясо. Согласен. Доллара, Индикар. Стоп, что я поставлю?
Ладно. Че? Да ничего. Что? Абракадабра, индикар. Долары, индикар. Options, collection. Что? Какое многополигонное колесо? Сосо. Сосо. Колесо. Колесо квадратное. Почему не могут сделать круглое колесо? Квадратное у тебя знаешь где? Ты реально сейчас по Калифорнии что ли поставил? Нет, знаешь, это была отпечатка. Отпечатка. Чёрный? Мне кажется, серия слишком долгая, но вы ставите пальцы вверх там. Да, чё? Да. А я белый. О, господи. А я, кстати, цвет-то не менял. Блин, ты идиот просто. Кататься на Формуле 1 по ТВС, дебил, блин. Я тут попробовал, эти-то были в Евро, я не знаю, что. Это не Формула 1. Я как всегда впереди. Поехали же, отключены. Ни хрена себе. Отключены? Включены, я забыл. Блять. По-моему, это... Отлично управляется. Сразу видно форму. Я успел в уголке заснять. Такая тишина еще. Я просто не понял, что произошло, смотрю назад, ты там летишь. Что все нормально. Сука, блядь, ты. Ладно. Во-первых, я застрял сейчас жопой на камне. Во-вторых, я тебя жду. В-третьих, я делал сальтуху. Давайте смотрим, какая айслэй сейчас из поворота. Не надо на меня смотреть, я тут уже въехал. Отлично, появляется айслэй стены. Сразу заборчик словил. Я боюсь. Так, ты прозрачно стал? У тебя уже мордашки нет. Хромает. Аккуратненько. Так, не гоняй. Не гоняй. Она уже не едет. Блин! Ты видел? Нет! Бочка! Тайм-код. Он даже не заметил меня. Что? Ты видел? Мне тут хорошо. Ты видел? Нет. Палец вверх за slow motion, когда у меня... Я, короче, дрифтую, у меня просто колесо отлетело об столб. Хотя а я... Нормально здесь. То есть я не долбанулся, я именно... Давай ДНФ тоже. Дисквалифи... А, это уже все. Поехали. Поехали. А, все, что? Видно, хоть я сидел? Нет. Я говорю, ты там... Ты где-то на горе был. Так сиди, ты-то тупой. А, спектакль надо было? Я залез на камень, сижу на камне. Ну, я примерно видел. Ну ладненько тогда, всем пока. Что? Там второй раунд у тебя. А. Прощалкин такой. Прощалкин. Онлайн дистанс драйвин 169. Такая прямая, как где этот Road X, Stage Road X. Сейчас будет? Да. Блин. Ну, кажется, как там поворот какие-то. Альвет. Просто когда появляешься, скажешь, что прям прямая попала, да? Но у тебя Honda, кстати, а у меня вот полоска. И шлем у меня так в тему. А у меня еще изот написано. Что такое изот? Я вижу. Че, да Винчи? Покеду. Тихо. Сейчас будет пиздец, ты понимаешь, сейчас будет. Как меня затрахало меня прижимать уже, пока. Ты сейчас соберешься уже первым. Я могу гонку нормально проехать, если хочешь. Я можем? Не хочу. А? А я не хочу. Я... Пока. Здорово. Голову не трёт. Да не, нормально. Шлемом. Поехали. Ты... Тайм-код, ты видел, что ты сделал-то? А, ну ладно. Ты просто... У тебя что-то какая-то волна по тебе прошлась, ты перевернулся в воздухе и на колёса стал. Так ты сказал, что фанится, а ты куда-то поехал. Я не знаю, как я пролетел сейчас мимо все это. Потому что я мчал без тормозов. Ты тут? Едь тут же. Он едет? Я вижу. Блин! Пока. Ой. Я еще ни разу не врезался в толку. Да ты! А у тебя колесико немножко, шинка. Авиаколесико? Ну у тебя там шинка съехала. Аккуратно. У них искрят. Подмышки. То ли подмышки? Куда? Ты сквозь меня проехал. Ага. Сквозь тебя проехал. У тебя там что, две передних покрышки нет? Да. У меня сейчас тоже, походу, не будет. Спектейт. Сейчас бы, блин, она лопнет на повороте на каком-нибудь, я буду ржать. Спектейт? Ты издеваешься? Алло. Угу. А на повороте бомбанула мне. Ты мне давно уже изменишь. Смотришь? Да смотрю, успокойся.
отличный шутенс. Я отлетел диск. Всем пока.